Итак, мы взяли запеканку творожную, йогурт. Геннадьевич, капусту тушеную с колбасками, кашку наминает. Легкий завтрак. Угу. И целую кучу сосисок, два яйца. Каша молочная, рисовая, яичница, омлет, блинчики, кстати, невкусные. Запеканка вкусная, сырники нет. О, капусточка тушеная. О, перец фаршированный. Спагетти, гречка. Дальше сколько хочешь. Ничего, сосиски, вареники с адыгейским сыром, овощное соте. Колбаски, сыр. Овощи. Молоко, йогурт появился. Необычно. И соки, а это... Всем привет! Я пью кофе. Галина Кирилловна пьет чай.